Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема сегодняшней беседы – мудрость. Слово емкое, многозначное. И часто, глядя на какого-то человека, мы говорим, этот человек не мудрый. Или наоборот, о, это мудрый человек. Сегодня о мудрости мы говорим со священнослужителем, кандидатом филологических наук Александром Лисичным. Александр, мудрость с точки зрения Священного Писания, вы священнослужитель, с точки зрения Священного Писания, мудрость – это что? Одно из значений этого слова «мудрость», древнееврейская «хохма», это способность пройти через пустыню. Вот такое вот образное выражение. То есть тот мудр, кто может пройти через пустыню. Не тот, кто много знает, а тот, да, кто может пройти через пустыню. То есть практическое какое-то знание, которое человек, да, может применить для, да, решения своих проблем. И именно такая мудрость, она, мудрецами считались те люди, которые знали, как жить, учителя жизни. Они были мудрецами и мыслителями. Другой тип мудрости, он зародился в Древней Греции, когда люди стали вопрошать о тайнах бытия, из чего состоит мир, к чему он движется, к чему он идет. Рождалась так называемая натурфилософия. Но снова же, Сократ – это один из выдающихся мудрецов, это тот человек, который пытался все-таки сделать познания человеческие жизненными, практичными. Да вот это самое сложное, пожалуй, потому что сегодня люди знают многое, но очень часто это не умеется, не применяется вот для решения практических проблем. Не умеет человек применить это для решения своих проблем. Да, сегодня происходит такое очень большое и, может быть, чудовищное разделение двух особенностей человеческой души, человеческой личности, которые, в принципе, должны быть едиными. Одна особенность в древности называлась сапиенция, мудрость, а другая эссенция, знание. Это латинские слова, которые обозначали две разных этих особенности. Очень часто можно встретить человека мудрого, но не имеющего каких-то особых специфических познаний. С другой стороны, можно встретить человека знающего, но не мудрого. И сегодняшняя ситуация в мире такова, что даже вузы, они продуцируют, выпускают, производят людей, выпускников, которые призваны быть узкими специалистами. И действительно, узкие специалисты сегодня нужны. Каждая сфера человеческой деятельности, жизни, она нуждается в человеке, который детально бы ее знал. Предположим, врач. Это врач, который детально может, конкретно может знать особенности заболевания сердца. Вот, пожалуйста, он кардиолог. И мир идет по пути специализации. Мне рассказывали, как один наш русский попал в Германию на стройку. И начальник стройки спросил у него, что ты умеешь делать? И он хотел показаться, он сказал, ой, вы знаете, я умею штукатурить, класть кирпич, прокладывать водопровод, я умею быть столяром, плотником. И ему начальник стройки сказал, извини, мне такие не нужны. Думается, в такой специализации узкой есть и минусы, серьезные минусы. Врач, который может вылечить ухо, но не может вылечить человека, может быть, он хороший специалист, но вряд ли его можно назвать врачом. Разве не так? Безусловно, врачи древности это были врачами-универсалами, а сегодня врач – это узкий специалист, но во многом это обусловлено возрастанием всевозможных болезней, и у человека просто не хватает времени изучить целостно человеческий организм, хотя в идеале так должно быть. Вот мы сейчас подошли к очень интересной теме целостного познания жизни.
Это очень сложно, но это начало, или мы здесь приближаемся к мудрости. Мудрец — это тот, кто может увидеть целое. Александр, с точки зрения современного человека, большинства современных людей, мудрый человек — это человек прагматичный, это человек, который делает бизнес, который добивается своих целей, человек, который сделал себе имя, сделал себе капитал. Вот это мудрый человек. Ой-ой-ой, сколько таких мудрецов сегодня занимают очередь к психологу, к психоаналитику, для того, чтобы он помог им разобраться с собой. Люди, которые сделали успешную карьеру в жизни, это не всегда мудрые люди, это деловые люди. Деловой и мудрый – это разные вещи. Мудрый – это тот, кто смог в первую очередь разобраться с собой. Вся древняя мудрость была построена на этих словах. По-латински это «nos cete ipsum» – «познай самого себя». Человек, который не знает себя… А что значит «не знает себя»? Мы знаем. Если человек не понимает, почему он не может простить, почему в нем… Да не хочет, потому и не может. Не, ну это как бы один из ответов. Почему в нем рождается гнев? Почему он не может освободиться от той или иной зависимости? Почему? Почему ему вообще сегодня он стал утром с плохим настроением? Разве на все эти вопросы есть ответ? На многие из них ответы есть. Кстати, удивительно, в конце 19 века жила очень интересная женщина Эллен Уайт, и она писала очень многим, она была мудрым человеком, хотя у нее было небольшое образование, она многим людям, своим корреспондентам, которым она давала советы, она писала эти слова: «Вы не знаете самих себя». Это была одна из коренных проблем человека еще конца 19 века. Это одна из коренных проблем современного человека. Он не знает себя. Человек, который не знает себя, не контролирует себя. Манипулируют другие. Мудрец – это человек, знающий себя. Путь познания – это путь жизни. Всегда приятно познавать себя. Скажем так, может быть, не всегда приятно и остаться наедине с собой. В каждом человеке, я думаю, есть то, что ему неприятно в самом себе. И не хочется. И как раз современный мир и играет на этом. Средства массовой информации, реклама, они на этом играют. На жутком стремлении человека убежать от самого себя. Потому что исследователи человеческой природы, врачи, психиатры, психологи, они знают и видят, насколько современный человек обременен комплексами. Насколько в этом человеке, в душе так этого человека много страшного. Когда Фрейд еще в начале 20 века об этом страшном заговорил, когда он заговорил, что в принципе любой человек по своей натуре бисексуал, когда он заговорил о том, что дети стремятся соблазнить своих родителей, когда он заговорил о тех невероятных чувствах и стремлениях человеческого сердца, которые сокрыты в глубине его человеческой природы, многие считали Фрейда вообще кощунником, который опорочил человека, имя которого звучало гордо. А вы считаете, что Фрейд говорил правду? Во многом Фрейд был прав. Ну так тем более, копаться в самом себе неприятно, не хочется. Смысл не в том, чтобы копаться, а смысл в том, чтобы справиться. Мудрец – это тот, кто проходит через пустыню собственной души, может пройти. Тот, кто не испугался пустыни в себе. Тот, кто пошел в бездны своей души. Тот, кто прошел это, он видит окружающих людей, окружающий мир совершенно по-другому. И люди чувствуют, что он говорит правду. Почему люди шли к мудрецам? Потому что они знали, что это те люди, которые говорят правду. Иногда больную правду, иногда тяжелую правду, но они говорят правду. В Священном Писании таких мудрецов называли пророками. Нужна ли правда? Нужна ли правда? Во всех случаях ли она нужна? Не проще ли человеку отвлечься и забыться? Проще. Проще стать животным.
Да почему животным? Ну а как? Животное ни о чем не думает. Вон кошка поела, если она домашняя, взобралась на кровать хозяина. Думать о позитивном, думать о хорошем, не думать о каких-то негативных сторонах. Может быть, это и выход? Но дело в том, что, снова же, мудрец – это тот человек, который устремлен к целостному познанию человеческой жизни. А целостное познание предполагает познание и позитива, и негатива. Он не пытается создать из себя, простите меня, улыбающегося идиота, для которого вся жизнь – это жизнь в радужном свете. Мудрейшие люди, ну, пускай так, даже и в земли русской, тот же самый Достоевский, почитайте, если почитать его романы, это глубочайшее исследование бездны человеческой природы. И там очень много боли. Михайловский, один из критиков конца XIX века, назвал Достоевского жестоким талантом. Талант Достоевского жестоким талантом. Но это талант, который до сих пор потрясает людей. Его читают во всем мире, потому что там правда. И правда для человеческой души более целительна, чем приятная ложь. Как обрести мудрость? Для того, чтобы обрести мудрость, в первую очередь, на мой взгляд, я в это верю, нужно обращаться к Священному Писанию. Почему именно к Священному Писанию? Потому что эта книга... Есть очень много книг, самых разных. Книг, написанных давно, книг, написанных мудрыми людьми. Эта книга о Боге и книга Бога о человеке. Человек в отношении самого себя может заблуждаться. Но когда Библия говорит мне, кто я, это слово того, кто создал человека, создал мир человеческий и знает, кто есть человек на самом деле. И иногда в Библии правда о человеке предельно жестокая, тяжелая правда. Поэтому многие люди ее не читают. Она не развлекает человека. Это не кинокомедия, это не юмористический роман. Это правда о человеке. Достоевский вырос на Библии. На каторге он читал Евангелие, когда в нем состоялся этот религиозный переворот. И потом уже пошли романы, эти знаменитейшие романы, где действительно подлинная природа человека вскрыта. Но исток романов Достоевского... Но что Библия говорит о человеке? Что человек грешник, что он живет не так. Так это мы знаем. Наверное, каждый человек допускает ошибки, есть промахи какие-то в жизни. Дело в том, что Библия открывает корень. Вот, предположим, сегодня люди борются с сексуальными извращениями, с непорядком в семьях, с жестокостью, с какими-то социальными пороками, общественными какими-то изъянами. Эта борьба идет путем государственной машины насилия, органов юстиции, МВД и так далее. Как сдержать в человеке зверя? Как рождается в человеке зверь? Библия об этом говорит. Есть в Священном Писании жуткое представление человеческой природы. Это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Ужасный. Интересный список. И да. Что, ничего хорошего о человеке не говорится? Нет, ничего. Говорится только о том, с чего все начинается. Из чего же? Начинается из отношения человека к Богу. Павел говорит о том, что Бог входит в жизнь каждого человека. И каждый человек знает, что вот сейчас его сердце, его души касается Бог. Александр, каждого ли? Каждого. Каждого?
каждом. Даже если этот человек никогда, например, не слышал о христианстве, никогда держал в руках Библию. Как-то Достоевский сказал, что совесть человека – это око Божие внутри нас. Бог говорит человеком через совесть, через природу, через окружающих людей. Бог входит в человеческую жизнь. У нас у каждого разное воспитание. Мы воспитываемся, растем в разных условиях, разные окружения. Разные люди, исповедующие разные ценности, нас окружают. Это влияет на человека, на его Безусловно, формирование? Безусловно, но Бог входит в разные культуры. Он входит в жизнь человека с любым воспитанием. Ну что значит входит Бог? Совесть? Совесть, я же говорю, природа, искусство, другой человек. Это может быть человек, который просто подал кружку холодной воды и проявил добро, которого человек не ждал. Бог по-разному входит в человеческую жизнь. И Павел говорит об этом, что человек, вот реакция человека на вхождение Бога в его жизнь определяет все. И вот эти люди, которые, список, о которых был прочитан, это те люди, которые не приняли его. Павел говорит, что невидимое Божие, его вечная сила и божество через рассматривание творения, они становятся видимыми. Но люди, познавшие Бога, то есть они поняли, что это Бог, кто-то касался их сердца, они познали его. Но, он говорит, они не прославили как Бога. Они стали создавать идолов, кумиров, они прославили себя, осуетились в мудрствованиях своих, и все, и пошло. И далее он описывает эту деградацию человеческого рода. А что значит прославить как Бога? Вот что принять, что тот, кто вошел в твою жизнь, является определяющим для тебя. Он основа твоего бытия. Он тот, кто наделяет тебя силой любить, силой жить. Он тот, кто пробуждает в тебе совесть и самые добрые чувства. Он тот, кто дает смысл жизни тебе и дает радость, кто избавляет тебя от одиночества. По-разному Бог касается человеческого сердца. И то когда есть... человек признает определяющую роль Бога в его жизни, того, кто однажды коснулся его сердца, тем самым он прославляет его. По-вашему, признать определяющую роль Бога в жизни человека – это и есть мудрость? Мудрость – это понимание того, как ты, человек, бунтуешь и борешься с Богом. Мудрец – это не ангел. Мудрец – это тот человек, кто осознал свое глубинное противостояние Богу. Он осознал те многочисленные пути, которыми он пытается убежать от Бога, входящего в его жизнь. Мудрец – это тот, кто знает, как он заглушал в себе голос совести. Мудрец – это тот, кто узнал в себе, увидел в себе, как он растаптывал святое. Мудрец – это тот, кто бежал от свободы, боясь этой бездны свободы, которую открывал перед ним Бог. Мудрец – это тот, кто бежал от смысла жизни, пытаясь укрыться в иллюзиях и удовольствиях. А почему он мудрец-то? Потому что он увидел, что происходило и происходит в его душе. И когда он встречает другого человека с его проблемами, предположим, с проблемой злоречия, он не говорит ему: ты должен перестать говорить злые слова. Мудрец знает, что корень проблемы значительно глубже. И может быть тяжелее и страшнее. Потому что вот тот список, который был прочитан мной, это поверхность. А есть глубина. А глубина – это отношение человека к Богу, входящего в его жизнь. А мудрец – это тот, кто на этой глубине. Вы считаете, что человек настолько испорчен, настолько внутри каждого человека много злого и ужасного? Время, когда считалось, что человек по природе своей добр, что человек это звучит гордо, ушло. Первая мировая война и Вторая мировая война
показали, кто есть человек на самом деле. Философия экзистенциализма, которая возникла как школа после Второй мировой войны, это философия правды о человеческом роде. Может быть, из одной крайности, из одной крайности бросились в другую. И ну, действительно, есть люди добрые по природе, искренние, чистые, честные. Есть люди недобрые. Есть люди, в сердцах которых зло. Может быть, так не нужно вот как бы из одной крайности в другую. То все плохие, то все хорошие. Но дело в том, что мы, люди, конечно, можем бросаться в крайности. Но снова же Библия. Если она является определяющим авторитетом человеческой жизни, то от слов Библии никуда не уйдешь. Все согрешили и лишены славы Божьей. Вот и все. Все согрешили? Все. Даже тот человек, который никогда никого не насиловал, не убивал, не воровал, прожил честную жизнь, чистую, достойную, да. Воспитал, вырастил детей, да. И он согрешил. Точно так же, как тот, который воровал, убивал и так далее. Вот Библия ставит этих людей на одну, мудрец, на один уровень. Мудрец – это тот человек, который осознает грех не как злоречие, клевета, богоненавистничество, обида, а грех как его глубокое противостояние вхождению Божьему в его жизнь. И вот всяк человек в этом противостоянии живет. Не всякий это понимает. Но противостояние живет человечество, поэтому написано «все согрешили». Каждый человек по-своему пытается вытолкнуть святое из своей жизни. Каждому человеку Бог мешает жить так, как он хочет. И поэтому в каждом есть эта тяжба. Мудрец – это тот, кто не перестает удивляться и поражаться тому, как он борется, тому, как в нем естественно или произвольно, или непроизвольно проявляется вот это великое человеческое «нет» Богу и Божьей любви. Александр, завершается, к сожалению, время нашей программы. Что бы вы хотели пожелать зрителям? Быть мудрыми. Так просто? Взять и быть мудрыми? По крайней мере, это может быть цель жизни – стать мудрым. Мудрецы, прошедшие бездны собственной души, ужаснувшиеся себе – это обыкновенно милосердные люди, которые не ужасаются порокам другого. Они видели уже в себе это. Потенциально, может быть, видели, что в них есть семена того зла, которое только благодаря хорошим обстоятельствам не проросло в них. Они видят, они узнали это в себе, видят в другом, и они милосердно могут принять другого с бездной его неправильности, неправедности, принять и помочь ему. Вот почему Христос, знающий досконально человеческую природу, никого не игнорировал и никем не гнушался. Спасибо. Самые отвратительные люди находили в нем приют, любовь и милосердие. Спасибо. Спасибо, Александр. Дорогие друзья, завершилось... И последнее слово. Я перебью вас. Пожалуйста. Самым мудрым оказался действительно Христос, когда он взял на себя грех всего мира. И вершина мудрости – это не философская школа, а Голгофский крест, где был распят тот, кто взял бездну человеческого ужаса и порока на себя, принял это и пережил это, и победил это. Поэтому он милосерден, милосерден до ныне ко всякому, самому последнему человеку. Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем откликов, ждем звонков, ждем писем. Постараемся ответить на ваши вопросы. Всего доброго, до встречи.